Приглашение к детям одного Деда Мороза обойдется в 1500 гривен. Поздравление со Снегурочкой будет дороже – от 800 гривен. По словам директора агентства по организации праздников, цены на их новогодние услуги по сравнению с прошлым годом выросли. Объясняет это тем, что костюмы требуют ежегодного обновления. Цены растут. Мы закупаем на костюмы, мы покупаем услугу пошива костюмов, мы оплачиваем транспорт. Вот это, ну и плюс инфляция. Вот как бы отсюда там, процентов, наверное, на 30, на 25-30% подорожала услуга. Цена зависит также от формата и продолжительности визита сказочных героев. В минимальную стоимость обычно входит поздравление Деда Мороза и Снегурочки, вручение подарка, приготовленного родителями, и выслушивание песни или стихотворения от ребенка. Все мероприятие длится не более 20 минут. Инга Лапикова, Роман Фролов, Кирилл Иванов, «Панорама».